обезопасить жизнь наших детей, ну и самое главное, спрофилактировать, достучаться до законных представителей. Детей очень остро стоит в этом году. Хотелось бы обратить на это внимание, что как никогда, наверное, очень много погибло детей. По статистике, поэтому, ну, неважно. Тем не менее, 9 детей мы потеряли. Рост наблюдается на 17,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В том году произошло 850 пожаров. В Гомельской области получили травмы 89 человек, на 11,9% меньше, чем в предыдущем году.